Как можно копить свои финансы и грамотно их тратить? Разговор о важном, но простым и доступным языком. Для старшеклассников аэрокосмического лицея провели урок финансовой грамотности. В качестве спикера не учитель, а муниципальный депутат Александр Васильев. И не случайно. О финансовой грамотности он знает не понаслышке, ведь за плечами у него высшее экономическое образование. Мы сегодня поговорили про различные бюджеты. Федеральный, региональный, муниципальный, рассказали про разные органы власти. Ну, вообще рассказали базовый уровень знания школьникам для того, чтобы они, конечно, понимали, как это все существует и как функционирует в Российской Федерации. Школьникам рассказали о том, как вести семейный бюджет, как начать инвестировать и не попасть в руки мошенников. На уроке каждый из старшеклассников подчеркнул для себя что-то важное. Для меня финансовая грамотность – это умение правильно распоряжаться своими финансами и не впасть в долговую яму. Не тратить на что-то лишнее, правильно как-то накапливать. Мне очень понравился наш урок, и я надеюсь, что с помощью его мы научимся правильно пользоваться своими доходами, правильно расходовать эти доходы, и чтобы не попадаться мошенникам. Уроки финансовой грамотности проходят в школах округа регулярно. Эту встречу провели по инициативе «Единая Россия». Ну а все полученные знания пригодятся старшеклассникам в дальнейшей жизни. Юлия Самошина, Андрей Панченко, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.